Жизнь. Сам хотел быть неузнанным, и они не узнали тебя. Да, конечно, ты прав. Я прав. Но все-таки... Да. Идем отсюда. Ну почему молчишь? Отвык разговаривать. Радомир? Радомир! Ну, здравствуй. Вот и хорошо, что пришел. Узнал Тодорку-то, а? Он красавицей стала. Я видел ее во сне. Матушка, я пришел сюда, чтобы вылечить тебя, как обещал. А сможешь? Я не зря потратил эти годы. Я теперь знаю, как лечить твою болезнь. Госпожа Тодорка, я приехал для того, чтобы отвезти тебя во дворец. А что мне там делать? Царь желает видеть тебя. Откуда он меня знает? Царь однажды встретил тебя и был потрясен твоей красотой. Карета ждет тебя, госпожа. Да зачем я ему понадобилась? Об этом ты узнаешь во дворце. Ну а как же я поеду в этом, что ли? Не беспокойся, госпожа Тодорка. Во дворце тебе дадут парадное платье, достойное твоей красоты. Мне дадут платье? Тогда я еду. Я скоро вернусь. Приступим к лечению. Конечно. Зачем откладывать?